Всем привет! На связи Миша и вся команда CryptoDealers, которая продолжает держать руку на пульсе всех трендовых направлений криптоиндустрии. Мы с вами уже обсуждали play-to-earn модель, когда игроки не только классно проводят время, но еще и зарабатывают на своем досуге. Неудивительно, что это стало новой тенденцией, и индустрия разрослась новыми интересными проектами. И сегодня я расскажу вам про Rainmaker Games. Rainmaker Games – это бесплатная глобальная платформа для игроков, которые могут наслаждаться сотнями игр Play to Earn. Данная платформа объединяет и игроков, и игры, и гильдии по всему миру. С помощью Rainmaker Games геймеры всех уровней смогут легко переключаться между играми, тренироваться и учиться, управлять своими доходами, находить единомышленников и проходить проверку гильдии. Rainmaker Games можно представить себе в качестве портала в мир P2E, который предоставляет каждому возможность играть и зарабатывать одновременно. Сделано для геймеров, построено для всей индустрии. Вот философия Rainmaker Games. Ребятам удалось создать крупнейшую глобальную платформу для игроков, которая также является базой данных P2E. По сути, Rainmaker Games – это отличная стартовая площадка для игр и место, где объединяются самые эффективные команды. Более того, разработчикам платформы удалось подарить индустрии невероятный инструмент проверки гильдий для поиска самых топовых игроков. Rainmaker Games будет поддерживать 3 уровня игрового процесса для обеспечения комфортной игровой среды. Геймеры начального уровня начнут с игр, которые не связаны с NFT. Затем они смогут перейти на NFT уровень. А далее у них есть шанс стать игроками высокого, 3-го уровня, где смогут пройти проверку гильдии. Именно на этом этапе игроки получают рейтинг и набирают баллы за предварительную разведку от ведущих гильдий. История Rainmaker Games началась этим летом. Ребята создали гильдию, которая имела ошеломительный успех. В ней состояло более 1200 игроков, и ежемесячно гильдия приносила около 700 тысяч долларов дохода. Это стало отправной точкой, которая эволюционировала в решение для мира P2E. Теперь, при поддержке инвесторов, партнеров и активного сообщества, Rainmaker Games покоряет криптоиндустрию. У проекта есть свой токен RAIN. Всего будет выпущено 1 миллиард токенов, а 21 декабря состоится Token Generation Event, TGE. Согласно роудмапу, уже в первом квартале наступающего 2022 года сообществу будет представлена бета-версия платформы. И уже сегодня, 17 декабря, токен платформы будет запущен на Cooper Lounge. Помимо хорошей идеи, мне нравится, что команда открыта для своего сообщества, и на официальном сайте вы все можете прочитать о тех людях, которые стоят за созданием Rainmaker Games. Ссылка на сайт вы сами знаете где. Также советую подписаться и на Twitter ребят, чтобы не пропустить появление play-to-earn токена Rain на рынке. А что вы думаете в целом про это направление? Очередная игра или реально меняющая игровые процессы модель? Я жду ваше мнение в комментариях. А на сегодня у меня все. С вами была Миша. Всем пока.